Объединив два культурных кода Мордовии и Крыма, Кемерия в Мастарави символизирует новейшую веху в истории России. Просветительский проект готовит сразу несколько масштабных событий. Главное – это выставка акварели Максимилиана Волошина «Все формы, все цвета», которая состоится 19 марта в честь десятилетия возвращения Крыма в состав России. Помимо экспозиции, представители молодежи двух республик могут принять участие в творческом конкурсе «Разговор с человеком». На сегодняшний день уже подано свыше 200 заявок. Кроме того, просветительская составляющая проекта, она включать будет в себя множество лекций, мастер-классов, арт-лабораторий, поэтические вечера, музыкальные встречи и так далее, и так далее. То есть огромный спектр творческой деятельности, творческих активностей. Кемерия в Мастарави имеет большое социально-политическое и культурное значение. Важная составляющая здесь – простое общение. Для лучшей коммуникации жителей республик в рамках проекта в музей имени Эрзи пройдет Крымский телемост. Ирина Суконкина, Народные новости.